Биткоин резко взлетит уже в 2018 году, говорит Кайван Петерсон, аналитик из Саксо Банка. Петерсон считает, что биткоин может торговаться по 50-100 тысяч долларов. Другие конкурирующие цифровые деньги также могут вырасти. В декабре 2016 года Ван Петерсон прогнозировал, что биткоин достигнет 2000 долларов уже в 2017 году. В то время биткоин торговался ниже 900 долларов. Значительный рост биткоина, по мнению Петерсона, будет обусловлен фьючерсными контрактами и растущим вниманием со стороны институциональных инвесторов. В прошлом году биржи SME и SBOE запустили продажу биткоин-фьючерсов, что способствовало привлечению инвесторов и легитимизации рынка криптовалют.